Уважаемые участники дорожного движения, к сожалению, госавтоинспекции фиксируются в последнее время рост дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, особенно в темное время суток. Характерные два примера произошли только на последней неделе. Это на автодороге Вознесенко-Лопатино. Водитель допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. При этом был он одет в темную одежду. Второй такой наезд произошел на улице Трактовая в населенном пункте Березовка. Следует отметить, что в обоих случаях дорожно-транспортных происшествий на пешеходах не было световозвращающих элементов. Оба пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами. Поэтому, уважаемые участники дорожного движения, напоминаю вам, что при движении в темное время суток по дорогам необходимо на одежде иметь световозвращающие элементы. Это обязательное правило, в том числе установленное правилами дорожного движения. Кроме того, сейчас происходит смена сезона, световой день уменьшается, поэтому рекомендуем такие элементы использовать при движении и в населенных пунктах. В особенности такие элементы рекомендовано носить на одежде детей. Поэтому еще раз вас призываем к бдительности с учетом того, что темное время суток, погодные условия меняются с дождя на снег, условия ограниченной видимости. Все это сказывается на дорожно-транспортной обстановке.